Но пока одни разрушают, другие созидают. В сквере чудес возле второй школы появился необычный исторический объект – ручная мельница с каменными жерновами. Эти жернова местный предприниматель Вадим Домашенко обнаружил на территории Хасана. Наш район имеет очень удивительную историю. Когда-то здесь жили корейцы. Вот от них-то и остались эти старинные мельницы. Еще год назад житель славянки Вадим Домашенко пообещал найти и подарить скверу чудес старинную мельницу. И вот сегодня находка уютно расположилась в парке. Местные школьники пообещали заботиться и беречь подарок от хулиганов. Правда, по словам Вадима Домашенко, он не переживает за мельницу, ведь он верит, что славянская молодежь способна ценить то, что украшает наш поселок. Чем больше мы таких вещей будем делать, вы вспомните раньше, когда японские машины пошли, наклейки с них снимали, все это. Сейчас это ушло? Нет этого. Да? Постепенно, постепенно, я думаю, что... Но нельзя же остановиться, нельзя ничего делать. Ну, давайте тогда будем жить в грязи, в этом все это. Надо же потихоньку свою же. Если мы сами поселок не изменим, никто из нас не изменит. Поэтому надо самим больше делать это все это. Ну и будут дети смотреть, вот. Они будут смотреть и будут к чему-то к лучшему стремиться.